Приветствую всех, кто смотрит это видео. Хочу всех поздравить с весной и с наступающим женским днем 8 марта. В этом видео будет розыгрыш приза «Портрет на заказ для победителя». У нас наконец-то завершилась благотворительная лотерея, которая длилась более месяца. Условия участия в лотерее я выставляла у себя в группах на Фейсбуке и в Одноклассниках. Вот Фейсбук и вот Одноклассники. Примерка портретов я также выставляла. Такие вот черно-белые портреты. Также это могут быть и цветные портреты, то есть по желанию победителя. Также победитель может заказать либо свой портрет, либо портрет того человека, кому он хочет сделать сюрприз, подарок. То есть пересылает мне фотографию, я с фотографией пишу портрет. Итак, у нас выкуплено 180 билетиков. Планировалось, конечно, 200, но так как лотерея очень долго висела, это не все хотели принимать участие, хотя в этой лотерее мог принять участие любой, каждый, было бы желание. Один билетик стоил всего 10 гривен. Но небольшое количество людей любят, судя по всему, творчество, картины, портреты, поэтому так мало принимают участие людей в моих лотереях, особенно то, что касается моих картин, моего творчества. Ну да ладно, 180 билетиков выкуплено, и то хорошо. Перейдем непосредственно к самому розыгрышу. Итак, генератор случайных чисел у нас будет тиражная комиссия. То есть я перехожу на сайт «Генератор случайных чисел». Выкуплено у нас 180 билетиков. Поэтому диапазон я тоже выставляю от 1 до 180 включительно. 80 и нажимаю сгенерировать числа. Так, и у нас выпал 64 билетик. 64 число, мы переходим и смотрим, кто у нас купил этот билетик, кто стал обладателем счастливого выигрышного билетика. Вижу номера 46-65 купила девочка Диана Назаренко. Дианочка, поздравляю тебя с победой, с таким вот выигрышем. Желаю тебе множества впереди прекрасных побед. Также крепкого здоровья, как и нам всем. И пусть весной придут много радостных, счастливых дней, приятных сюрпризов. И, естественно, хочу всем пожелать крепкого здоровья, счастья вам, ребята, благополучия, любви, достатка. Пусть мечты, желания ваши сбываются. Желайте друг друга добра, как много больше. Говорите друг другу приятных слов, как много больше. Пусть ваше настроение всегда будет хорошим, прекрасным. Радуйтесь жизни, радуйтесь всему, что вас окружает. И пусть ваше добро возвращается вам старицей. Я хочу вас всех от души поблагодарить за то, что вы со мной, за то, что вы меня поддерживаете, за то, что не оставляете меня одну в такой сложной ситуации. Спасибо вам, дорогие мои, за все. Возможно, скоро будет еще одна лотерея. Скорее всего, да, в ближайшем будущем запустим еще одну лотерею. Но с моим творчеством это уже не будет связано, так как на мое творчество люди реагируют очень плохо. Но ничего, прорвемся. Так что всем любви, счастья, здоровья и до новых встреч. Пока-пока.